В завершении зимы обычно ожидаешь положительных эмоций, вдохновения и ярких красок. Воплотить все это в трех великолепных нарядах для особых случаев взялись дизайнеры стильных решений. Ахроматичные черные и белые сочетания всегда эффектные. Широкая тесьма с крупными цветами логично вершит идею этого платья в стиле Dior. Искусно выложенная по корсетному лифу, она рисует тонкий силуэт. Воздушность и форму асимметричному крою юбки придает сочетание нежной органзы клаке черного цвета и белой сетки с бархатным горошком. В менее контрастной палитре идея этого наряда меняется на нежную и хрупкую. Роскошное и с характером, так можно описать платье в викторианском стиле, построенное на сочетании цветов и фактур. Драматичности присущей эпохи добавляет черное хлопковое кружево с бархатной красной лентой на плечах, шее и запястьях. Основу наряда атлас пудрового оттенка покрывает сетка, вышитая ледяным голубым и коралловым орнаментом. Ее же, в свою очередь, дополняет еще один слой сетки с бархатным горошком. Привычный белый в целомудренном воротнике и оборках кружева шантильи заменяет все тот же оттенок голубого. Викторианскую модель можно повторить в других нетрадиционных для этого стиля цветах. Дизайнеры предлагают королевский синий, разбеленный лиловый или золото. Решение третье – платье из шелкового атласа кораллового цвета с асимметричным лифом, декорированным винтажной вышивкой из стразов, пайеток и шелковых роз. Каскад складок, обрамляющих тонкую талию, напоминает раскрывшийся бутон розы. Роскошно расшитая шелком сетка юбки не спадает пластичными фалдами. Подобный лук для тех, кто предпочитает самому громкому событию сдержанность и элегантность. Их, в свою очередь, олицетворяют ткани-компаньоны и деликатные декоры. Если праздника нет в календаре, значит, его нужно придумать. Но для начала предлагаю обзавестись исключительной красоты нарядом. Тогда и особый случай не заставит себя ждать.